Друзья, всем привет! С вами Алка-сенсей. И у нас новая локация. Господа, первый обзор из Грузии. Город Тбилиси. Да, ребята, мы переехали из Еревана в Тбилиси. Куча впечатлений, хотя мы провели здесь всего лишь около 2 часов. Но уже куча впечатлений. И самое главное, сегодня у нас будет обзор на армянскую водку. Та-дань! H2O, водочка, которую я приобрел в Duty Free на нейтральной полосе между Республикой Армении и Грузией. Ребята, загадочная водка, которая постоянно попадалась мне на глаза, когда я жил в Ереване, но что-то я как-то до нее и не добрался. И вот я решил, когда уже уезжал, фактически я уже выехал из Армении, я решил, пора проведать эту водку. Значит, стоимость данной бутылочки в Duty Free 2000 армянских драм, это примерно 410-420 рублей за объем 0,5. Бутылка из простенького стекла, но сделана довольно-таки круто. Дизайн мне понравился. Вот этот вот набалдашник, там написано про водку H2O. Сейчас я вам про нее прочитаю. Ну и так далее. Состав и всякое прочее. Так, со мной, как всегда, мой бессменный ассистент Мариночка. Так, друзья мои, ну давайте же затестим данную водку, аромат которой слегка спиртуозный, но не сравнить со вчерашним медведем. Друзья мои, вчера последний стрим из Армении я провел с водкой «Медведь» Тульский винокуренный 1911. Водка на утро показала себя довольно неплохо, скажем так, но пилась она просто отвратительно. Нам не понравилось с Мариночкой, и мы ее забраковали в плане вкуса ароматических свойств. Да, она была неплохая по качеству, потому что утром мы чувствовали себя довольно неплохо и перенесли довольно легко этот непростой путь из Еревана в Тбилиси. Две границы, две таможни и так далее. И, господи, этот минивэн, провонявшийся с соляркой. Вот. Но ничего, человек ко всему привыкает. Давайте, друзья, чин-чин за то, что вы смотрите. И первый, надеюсь, не последний обзор из Грузии. Я бы ее классифицировал как водку особую. В ней определенно есть не только легкая примесь аромата, я не стал об этом говорить, но и привкус. Интересный привкус. Значит, мы только что переехали в этот довольно-таки неплохой номер, как вы видите. Новые декорации. Все довольно неплохо, скажем так, аккуратно. Здесь даже есть маленькая кухонька, холодильник, стиральная машинка, боже. Всего этого мы были лишены в течение 2,5 месяцев проживания в 4-звездочном отеле в Республике Армения. Так вот, если вернуться к водке. Водка производится в Армении. Значит, если взять гугловский перевод, то буквально мы можем узнать следующее. Они завозят свое сырье из европейских стран, из стран таможенного союза. Водки изготовлены из лучших сортов спирта класса люкс и альфа, полученного методом ферментации и многократной перегонки из 100% зерна, в скобках пшеница. Это пшеничная водочка. Выращенного в экологически чистых районах России и других стран СНГ. Ни много ни мало. Создан авторский дизайн бутылки и подарочной упаковки, создающий соответствующее настроение и атмосферу. Простите. Бутылки разработаны и импортированы из Франции и России. По поводу дизайна, друзья мои, 100% 5 баллов. Водка недорогая. Она и без duty free продавалась довольно-таки недорого. По-моему, что-то около 500 или 550 рублей за бутылку она стоила в Ереване. В магазине. Еще раз повторюсь, здесь я ее взял примерно за 400-410 рублей, что-то такое. Но она очень красиво сделана. Видно, что качественно. Потрудились дизайнеры. И самое главное, что я хочу вам сказать, она довольно интересно пьется. У нас сейчас нет закуски, мы только ее заказали. Когда ее привезут, один бог ведает. Вот. Не закусить, не запить, ничего нет. Но я
еще раз хочу выпить эту рюмочку, потому что водка мне показалась интересной, с интересным привкусом. Сейчас я попробую зачитать состав, то, что мне удастся перевести. Давайте еще раз по одной выпьем. Давайте, друзья, чин-чин. А в составе. Вот есть легкий привкус чего-то этакого, да? Я не могу определить, что здесь в виде привкуса. Не могу определить, но пока наш, так сказать, дорогой ассистент критически осматривает новое жилище, вы бы видели ее лицо. Так, я попытаюсь зачитать состав. Ага, ingredients. Osmotic water – это вода исправленная, питьевая. Этиловый алкоголь, глюкоз. А, значит, этиловый алкоголь, дистиллят from food raw материал, 100% зерно. Короче говоря, спирт этиловый, ректифицированный из пищевого сырья, 100% зерно. Глюкоза, plant extract. Друзья мои, что такое plant extract, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мой английский здесь дал немножечко, в общем, подхромал. Plant extract, я не знаю, что такое. Мариночка тоже не знает, судя по выражению ее лица. Но я вам скажу, водочка обладает неким привкусом. Я бы не сказал, что привкус неприятный. Привкус довольно неплохой, но он явственно ощущается. И он скорее в десертную сторону направлен, этот привкус. Что-то этакое слегка фруктовое. Не знаю, что-то вот, что-то, не знаю, как это охарактеризовать. Да, водка недорогая. Прямо скажу, водка дешевая. Водка дешевая. Водка сделана довольно неплохо, я еще раз повторюсь, внешне. Вот. Дизайнерский такой ремонт, как у нас говорят. И боже, что я вижу? Спирт 43 градуса. Что за пиздеж? Нет. Это там. Я извиняюсь, это глупости. 40 градусов крепость. 40 градусов крепость. На сайте написано ложь. 43 градуса написано. Ну что это такое? Ну, ребята, ну как? Ну чем вы смотрите, когда делаете? Ой, господи, боже мой. Я просто не знаю. Как и во всех наших продуктах, риск похмелья в водке H2O сведен к минимуму. Без всякого преувеличения, эта водка абсолютной чистоты на всех этапах производства водка H2O многократно очищается с помощью нашей технологии многоступенчатой фильтрации, что придает ей мягкий и безупречный вкус, друзья мои. Водка служит идеальной основой для вкусного коктейля, не вызывает похмелья. Преимущество этого бренда в том, что помимо высокого качества, она имеет приемлемую цену, что делает ее доступным для большого числа потребителей. Полностью согласен, что водка дешевая, дай бог, чтобы было сделано хорошо. Сегодня мы допьем эту бутылочку и проверим, так ли это. Вы подписывайтесь, друзья, кто еще не успел подписаться. Ставьте лайки. И самое главное, приходите к нам на наши огненные стримы. Там так весело, там так ярко. Люди любят стримы. Они ждут стримы, они хотят стримы. И дай бог, чтобы так и продолжалось. Друзья мои, давайте выпьем еще по одной. По крайней в этом обзоре. Вот. Водка довольно интересная на вкус. И довольно недорогая. У кого есть возможность попробовать, обязательно возьмите, попробуйте. Ребята вроде бы постарались с дизайном. А что будет по здоровью на утро, я постараюсь сказать в отдельном ролике. За вас, друзья. Да, она определенно с каким-то привкусом. Господа, благодарю всех за внимание. Крепко жму руку. Обнимаю. Надеюсь, до новых роликов. Ваш Алка-сенсей.